Думаю, что хотел бы быть похоронен здесь. Сегодня, если возможно. Первый брак — это серьезно. Я люблю тебя. Если Девон твоя судьба, какого черта ты висишь здесь вверх ногами? Я собираюсь сделать Девон предложение. Мне нужно кое-что тебе сказать. Кажется, я в тебя влюблена. В меня? У меня вообще с девушками не очень. А тут эта длинноногая красотка признается мне в любви. Я могу показать тебе свою грудь. Это предложение меня немного смутило. Ты хочешь меня бросить? Я не знаю, хотя... Может, тебе начать встречаться с кем-нибудь еще, иначе ты всегда будешь об этом жалеть. Мне пора стать мужчиной. Острый. Я хочу пережить бурный роман, страдания, ревность. Ты встречаешься с парнем по имени Гийом? Это ураган. Скажи мне кое-что. Конечно. А что? Что-нибудь грязное. Я... Хорошо, на самом деле, я не знаю ничего грязного. Я в Париже, чтобы забрать тебя назад. Ты даже не предупредил меня. Конечно, это же был сюрприз. Ты сходишь с ума, расслабься, тебе надо побыть одному. Кажется, я хочу заболеть так, чтобы страдания придали смысл моей жизни. Ты спала с ним? Нет. Ты с ним целовалась? Куин. Я не хочу ничего знать. Куда ты пошел? Ты можешь заблудиться даже там, где сам вырос. Я в Париже, и она нужна мне. Я хочу жениться на ней. А она собирается в Прованс с этим французским олухом. Мне снилось, как я собираюсь сделать предложение девушке, с которой встречаюсь с третьего курса. О, нет. То, что ты отрицаешь право других на выбор, можно считать нарциссизмом. Эй! Эй, эй! Эй, ты! Это мой куст! Это ради любви, чувак! Повезло ей.